Почти 200 лет селу Шампалы Прилиманского района. Чтобы отметить праздник, люди собрались на главной площади. С визитом приехал глава Одесского областного совета. Анатолий Урбанский вручил ключи от квартиры двум военным из зоны АТО. Шесть воинов АТО и села Шампалы защищали границы Украины. Один из героев погиб. В день села двое военнослужащих получили квартиры благодаря помощи депутатов от партии «Солидарность» блок Петра Порошенко. Иван Бедереев рассказывает, на Донбассе служил 9 месяцев. Каждый день, проведенный в зоне АТО, навсегда оставил отпечаток в памяти. Самое веселое, когда от града утекаешь, самое веселое, когда спотыкаешься, там, теряешь все. Это самое веселое. Но главное, что все, когда остаются живые, тогда вот это самое лучшее. Трехкомнатные квартиры вручили двум воинам в отремонтированном здании. Туда провели газ и воду, установили окна и двери. Дом полностью готов. Ремонт длился около 3 месяцев. Мы должны поблагодарить, мы как областной совет, как громада всей Одещины, должны поблагодарить наших героев, которые защищали нашу независимость. В первую очередь квартиры получили военные, у которых нет своего жилья и есть дети. Воины АТО сами между собой решили, кому жилье необходимо. Одесская территориальная организация партии «Солидарность» блок Петра Порошенко делает все возможное, чтобы военнослужащие ни в чем не нуждались. Те, кто не имеет жилья, будем думать о том, как им улучшить жилищные условия. Каждый год мы будем помогать материально этим ребятам и, конечно, семье погибшего. Не забыли и о погибших воинах АТО. К мемориальной доске возложили цветы. После официальной части праздник продолжился в непринужденной обстановке. Праздновали всем селом. Повар накормил все шампалы домашней шурпой и пловом. А детвора и взрослые катались на аттракционах и стреляли в тире. Ксения Терзи, Виталий Прус, Думское ТВ.